Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире передача «Натуре». Сегодня приятный вечерний четверг. Значит, в студии Михаил Меркулов, Дмитрий Ершов. Здравствуйте. Максим Киселев. Добрый вечер. Сегодня мы будем говорить о тех событиях, которые произошли в Западной премьер-лиге за последние две недели. Согласны, друзья? Конечно, с удовольствием поговорим обо всем этом. Ну, у нас и выбора-то нет. Ну, давайте начнем, наверное, с премьер-лиги и пойдем, да, наверное, вниз по хронологии. Да? Конечно. Что у нас было интересного за две недели в премьер-лиге? Да, напомним, что количество команд сократилось на две, а возможно и на три, потому что по Москве еще пока вопросы, да, вроде бы уже как и все говорят, что снялась, но по факту там есть еще надежда, скажу вам такую инсайдерскую информацию, что может зайти очень хорошая команда. Конечно, верится с трудом, но вот такой случай может, в принципе, произойти. Но не в составе Москвы, то есть совершенно новая. Ну, может быть, они будут называться Москва, вот, но будут совершенно другие футболисты. Да. Интересно, ну, многие спрашивают. Да, то есть вот должно решиться буквально вот в ближайшее время. Вот, соответственно, у нас получается 14 команд. Вот, как мы говорили в прошлой передаче, сейчас четкое разделение, да, топ и не топ, так скажем, команды. Вот, поэтому что для вас интересного? Наверное, мы отмечали в прошлой передаче Гатаговых, да, давайте, наверное, с них и начнем. Команда, которая обыграла в первом туре Мегатитан, вот, команда, которой мы общались, да, с Асланом Гатаговым, мы расспрашивали о том, как, к чему команда стремится, что хочет и так далее, да, чуть ли не к фаворитам, но, как показывает практика и как показывает жизнь, да, и футбольное поле на Гатаговых после победы над Мегатитаном стали настраиваться совершенно по-другому, согласны? По-другому стали настраиваться, да, отсюда уже и последовали потери очков, в прошлом туре проиграли ЦДН, в этом туре непосредственно сыграли в ничью с Веером. То есть, да, наверное, это какой-то был стартовый запал, может быть, Мегатитан где-то не был готов физически, может, эмоционально, да, где-то не хватало настроя, но сейчас уже команда по-другому относится, да. Ну вот сейчас мы смотрим нарезки матча ЦДН Гатагов, да, в котором, естественно, ЦДН был фаворитом, да, и плюс когда на скамейке Альберт Осколков, человек, который наверняка готовился к Гатагу, который видел победу над Мегатитаном, да, как-то анализировал, естественно, не дал своей команде расстроиться. Кстати, вот после матча в интервью он говорит о том, что я не даю своим ребятам вообще расслабиться. То есть они должны выполнять строго мои указания и выкладываться по полной в каждом матче. Вот, соответственно, естественно, Гатагов – это та команда, которая, ну, спустя рукава пройти нельзя. Но ключевой момент этой встречи, да, мы, наверное, все-таки именно этой игре немножко заострим внимание, да, чуть подольше поговорим, потому что Виктору Сычинкову сломали скулу, правильно? Лицо. Правильно, да, уже сделали операцию, да. Да, достаточно серьезное. Ставили спицу, да, и долго будет восстанавливаться, говорит, что месяца два. Да, он был в эти выходные, естественно, как мужчина, он никому ничего не говорит, да, там не подходит, не жалуется, говорит, что все нормально, да, но по лицу, которое его там, извините, перебинтовано, это видно, что, ну, сейчас действительно травма серьезная. Евгений Воробьев показывает желтую карточку. Ну, друзья, вот, коллеги, ваше мнение по данному эпизоду? Желтая или все-таки тянула на красную? И вот как вам смотрелся этот эпизод? А сам матч вживую я не видел, видел повторы. Ну, честно говоря, вот по повторам хочется показать красную карточку. И, честно говоря, никаких мыслей насчет желтого цвета, да, у меня, честно говоря, в голове не возникало. Ну, единственное, что, конечно, арбитр был на поле, да, арбитры все-таки у нас квалифицированы, поэтому, наверное, им лучше виднее. Но вот я бы, если честно, окажись, да, на месте арбитра, то показал бы красный. Ну, вот все сошлись во мнении, с кем мы общались, что был удар локтем в голову, да, вот, это опасная игра, и это карается красной карточкой. То есть тут, в принципе, у всех мнение было единогласное. Максим, вот ты прекрасно
общаешься, ну, в социальных сетях, да, знаешь, кто что говорит, так скажем. Правда ли, что говорят, что ЦДН советовали там, написать на Гатаговых какую-то там кляузу, да, якобы, чтобы пересмотрели эпизоды и дисквалифицировали? Была такая полемика? Да, но на мой взгляд тоже я соглашусь, что заслуживал этот эпизод удаления. Полемика, да, была в чате премьер-лиги в преддверии следующего матча. Вот. Ну, там больше, конечно, обсуждался не вопрос цвета карточки, а вот именно вот эта ситуация, которая произошла. То есть, по мнению большинства, абсолютного большинства, там имел место умышленный удар Сыченкова защитником Аслана Гатагова. И здесь, вот, говоря об этом эпизоде, наверное, на этом и надо сделать акцент, что вот нельзя допускать таких вещей. Но, целенаправленно, знаю, да? Целенаправленно. Ну, конечно, в чужую голову не залезешь, да, но очень похоже на действительно умышленный удар. И если этот удар был умышленным, то надо, конечно, это исключать из футбола, поскольку, ну, это неприемлемо. Ну, я бы еще здесь напомнил, что у нас любительский футбол, у нас не профессиональный, у нас нет там каких-то сумасшедших контрактов игроков, то есть за игроками не стоит стена, медицинский где, штаб, где клуба, да. Да, со всеми медицинскими штабами, операции в Германии, в Италии, ну, да, еще где-то. Нет страховок у большинства футболистов. Ну, тоже логично. Да, и вот такие эпизоды в большом футболе бы на них никто внимания не обратил бы, там дали бы, условно говоря, удаление там КДК что-то бы вынес бы, ну, да, решение, да, бы, да. И все забыли. Да, а это, да, здесь, мне кажется, в любительском футболе все-таки такого допускать нельзя. Ну, следующие выходные, да, может, так потихонечку переходим к следующему матчу Гатагова с Веером. Веер, конечно, настраивался на вот настоящую битву такую, да. Уже себя где-то настраивали на то, что придется где-то порубиться. Ну, мы знаем прекрасно, что Веер, да, это команда, которая с своенравным нравом своим. Бойцовская, да? Как сказал Бойцовская, которая, Герасимов, да, да, в то интервью. То есть команда, которая, да, быстро заводится, да, которую также легко подзажечь. Вот, поэтому, естественно, они где-то, мне кажется, уже и на подсознании уже готовились, что ну давайте, спровоцируйте нас, и вот мы сейчас тоже вам ответим. Кроме того, еще Вера — это очень неудобный соперник для Гатаговых, потому что как был обыгран Мегатитан? Собственно говоря, команда сидела в обороне, да, и на контратаках смогли провести два своих мяча. Здесь же, наоборот, Вер собирался, грубо говоря, изображать консервную банку, которую Гатагову приходилось скрывать. И здесь тоже были свои трудности. Ну, по сути, Твер дал бой, и ребята из Веера молодцы. И после матча, опять же, Дмитрий Леонтьев, который отметился двумя забитыми мячами, очень красивыми мячами. Вы знаете, после этой игры вот такое ощущение, что это такой же возмужавший футболист, уже человек, который где-то что-то переосмыслил и уже такой перешел на более взрослую ступень, даже, может быть, не футбола, да, а именно вот каких-то жизненного понимания, да, потому что, ну, очень адекватные слова. То есть они готовились к тому, что там Гатагов будет провоцировать, к тому, что будут какие-то стычки, удары по ногам, да, но вот все равно, говорит, не вытерпели. Вот, соответственно, последние 10 минут, если кто смотрел матч, да, по сути, были одни свистки, и футбола-то вообще не было. И когда на Леонтьеве сыграли, мне кажется, там тоже, ну, защитник Габе, он шел-то специально в игрока. Не говорю о том, что он специально хотел нанести травму, да, но то, что он шел в игрока специально, это факт. Плюс, опять же, такой момент был, Леонтьев упал в борт. Ну, борт добавляет такой, знаете, как драматизма. Да, потому что звук, если бы на поле, может быть, это смотрелось не так. А когда ты еще там в борт, да, отлетаешь, там звук такой, и кажется, что о, все, там случилось что-то страшное, да, тут удаляй сразу. А может быть, со стороны судьи из поля, да, совершенно по-другому. Например, он сыграл в корпус, ну там, а Леонтьев, например, упал, потому что ну, там, он физически не такой крепкий, да, как, допустим, Габе. Да, и плюс по инерции он докатился. То есть со стороны судьи там могла бы, эпизод мог по-другому быть. Но это все вот на видео есть, собственно, поэтому вот могли все увидеть. Ну тут я бы что хотел добавить, что умышленные фолы – это неотъемлемая часть, конечно, футбола. И мы, когда комментируем матчи, да, мы говорим, что фол совершен и фол оправдан. Зачастую даже желтая карточка бывает оправданной. Когда игрок, допустим, за майку прихватывает, да, или не грубо нарушает правила, не нанося вред здоровью
футболиста из другой команды. Это все допустимо в футболе, но недопустимо такие вещи, когда действительно вот на травму наносятся вот такие удары, как бы это, конечно, немыслимо, и это надо, конечно, убирать. Да, ну посмотрим, что будет дальше. Гатагову играть весь сезон, и хотелось бы, чтобы таких вот, наверное, недоразумений, да, таких все-таки не было, и никто больше травм, естественно, не получал. Друзья, ну давайте, наверное, поговорим. Хотелось бы еще, чтобы это дальше не пошло, потому да, что сейчас да. Веер настраивался на Гатагова, 2-2 сыграли. Сейчас следующий коллектив тоже будет настраиваться на Гатагов. Может, Гатагов уже будет готов как команда немножко отойти, да, от своей вот этой пылкой агрессии. Но уже другой соперник будет настроен, и то есть слово за слово будет страсти в пыхе. Гатагов играет с Техносилой, Техносила тоже не подарок. Да, но опять же надо что сказать, что Сослан Гатагов, руководитель, да, и главный тренер команды, футбольный человек, равно да, как его брат, да, Алан да. Гатагов. Очень да, приятный, да, в общении, адекватный. И поэтому... он в футболе вращается с самого детства. Я думаю, что он проведет работу, поговорит со своими футболистами, с ребятами, которые тоже профессионально играли. И я думаю, что все, ну, да, все дальше да, все в порядке да, будет, да. И никаких вопросов не будет возникать. Давайте поговорим о действующем чемпионе, команде, которая два года подряд брала тарелку западной салатницы в западной премьер-лиге, ФКСП. Вкратце, два матча, 21. 26-3, вкратце. 26-3, я понимаю, что вызывает такой смех, но действительно просто катком проносится, да, но по-другому сказать нельзя. Катком проносится абсолютно. Вот, честно говоря, даже я удивился сначала, что ты решил вообще затронуть тему ФКСП, потому что все прекрасно там. Ну нет, нет, нет. Все нет, складывается. Просто... Да. Два матча в обоих 10 и больше мячей. Ну, что обсуждать, я, честно говоря, не знаю. Нет, ну я просто обозначу. У меня улыбка возникла, потому что я представил, как в эту тарелку можно салат действительно наложить. Новогодний. Да, это было забавно. Что еще было интересного? Да, два матча Трансконтейнер проводил, достаточно сложных. Первый с Портером, второй с Техносилой. Портером, да, команда вроде бы забила, но потом два мяча пропустила. А с Техносилой наоборот. А с Техносилой наоборот, два пропустила и... Три забила. Но вот что интересно, да, Александр Красников второй матч остается на скамейке запасных. И Максим Горихин во втором матче вот против... Это к вопросу о том, что Трансконтейнер пропустил два мяча. Да, это я соглашусь, что это какие-то, и не забил. Какие-то очень громогласные выводы, да, но вот если вы видели эти 15 минут в исполнении Трансконтейнера, а потом весь оставшийся матч с участием Галихина и Красникова, ну вот вы мне поверите на слово, я вам не Нет, где мы тебе верим, но вопрос в том... Потому что, ну, такое количество брака, даже дело не в том, что Трансконтейнер не забил, два пропустил, не было ни моментов, не было никакой абсолютной игры. Главное, на мой взгляд, чтобы Николай Мазурин, главный тренер Трансконтейнера, да, не начал ломать то, что работает. Вот потому что там, знаете, там вжился в роль тренера, может... да, и там начинает, вот надо какие-то действия, да, там уберу Красникова, попробую там Ануфриева, например, да, а Ануфриев, между прочим, центральный защитник, уступает и несколько раз привозил уже. А вот здесь вот скажу пару слов, я понимаю совершенно точно, о чем ты говоришь, но первое слово скажу как раз в защиту Николая Мазурина, потому что, а что делать, если эти два игрока, или один, или два вместе, не дай бог, попадут в лазарет или не смогут, да, ездить на матчи по тем или иным причинам? Что делать тогда? Ну, Николаю Мазурину с вот этим Трансконтейнером, которому уже придется что-то менять и что-то перестраивать. Причем это сделать придется там, не дай бог, перед матчем с каким-нибудь Мегатитаном, ФКСП и так далее. Лучше это сейчас какие-то опробовать. А плюс Трансконтейнеру еще и в Кубке ЛФЛ играть. Но сезон-то длинный. В том-то и дело, сезон длинный. Но сейчас начало сезона, сейчас надо брать очки, сейчас не время для экспериментов. Можно, при всем уважении, там, с космосом попробовать, например, да, поиграть, там можно еще с какой-нибудь командой из низшего дивизиона, ну, из нижней части турнирной таблицы. Никто не ожидал, что оно так получится, что вот так это будет. Но я бы, честно, я сам бы не поверил, там, если бы мне сказали, с Альбионом, с тем же. Убери Галихина и Красникова из состава, и все, и Трансконтейнеру будет очень тяжело.
Ну, я бы не поверил бы, честно, в это. Да, там Галихин действительно плеймейкер и так далее, но это трансконтейнер это все-таки не игрок одной команды. Ну, это... Не команда одного игрока. Ну, я согласен, да, но при этом у Красненького нет второй матч подряд в старте, да, и команда играет крайне неубедительно в обороне. Вот и все. Значит, тоже. Нужно наигрывать эту оборону, новые какие-то. Ну, я согласен, но надо потихонечку вводить, да, все-таки с командами, опять же, не такого эшелона и не на первых матчах турнира, когда сейчас надо вот сделать задел, да, потому что вот сейчас самые сложные игры, сейчас все друг на друга настраиваются, да, это в середине сезона, условно, этих на силу может 8 уже приехать, а пока у нее будут силы, да, она будет... биться. Вы вспомните прошлый сезон. Техносила до там, чуть ли не до 10-го тура шла в тройке. Мы говорили, о, какая команда в тройке из первой лиги, да, красавцы, молодцы. А потом ближе к зиме, после уже и семером, и восьмером, и бывает и не собиралась. Вот, вот, пожалуйста, можно экспериментировать, да? Ну ты же не проверишь, Миш, ну ты не проверишь против соперника, который будет играть в шестером, свою оборону. Ну ты не проверишь, ну, Миш, но они не знают. Ну дают... рано, Дим, ну просто рано, нет? Ну, тем не менее, трансконтейнер действующий победитель Кубка ЛФЛ. И я думаю, как раз таки в данном случае Николай Мазурин рассматривал Техносилу как соперника, с которым, возможно, эти схемы попробуют. Другой вопрос, что не получилось. Тут да, тут еще следующий вопрос. Тайм. Трансконтейнер имеет тренировочный процесс, плюс игры в своей лиге. Да, и вот наверняка на тренировках нарабатывались именно эти связки, и именно то, как трансконтейнер будет действовать без Галихина и без Красникова. Вот если эта работа такая проводилась, то мне кажется, что в целом Николай Мазурин имел право выставлять такой состав. Смотрите, что мне нравится в этом чемпионате, в западной премьер-лиге, это то, что в принципе команды меняются победами. То есть тот же Портер выигрывает у трансконтейнера, проигрывает там ЦДН. Да, трансконтейнер проигрывает Портеру, да, но выигрывает у Техносилу. Ну, то есть каждый может, в принципе, обыграть каждого, да, ну, там, первая семерка, восьмерка. Каждый может обыграть каждого, кроме ФКСП. Ну, и мы получим какое-то чувство дежавю. Ну, возможно, да. Возможно, это так, да. Твоя сносочка, она, кстати, сейчас была вполне уместная. Вот. Но это здорово, да, тот же Портер уступает ЦДН. Да, хотя Портер играл без вратаря. Я хочу отметить то, что Ярослав Аркипов получил травму, приезжал на поле, на игру, вот, стоял вместе с командой. Там у него перелом руки, причем серьезный, там вставляют гайки, болты и так далее. Ну, то есть мы желаем ему скорейшего выздоровления. Замечательный наш товарищ, игрок, вот, и все мы его очень уважаем. Вот. Ну и побыстрее вернуться на поле, соответственно. Но Портер вот обыграл, я говорю, трансконтейнер, очень приятно, но проиграл ЦДН. Как считаете, уровень ЦДН действительно выше Портера? Мы с Максимом работали на этом матче, я имею в виду матче против, ну, крайнем матче. Угу. И, ты знаешь, первые 20 минут на нас ЦДМ произвел очень сильное впечатление. Прям, вот, действительно, можно на твой вопрос смело ответить «да». Но сказка эта все-таки закончилась, да, потому что и Портер сумел забить, и где-то все-таки вот эта пресловутая аритмия матча, да, то есть где-то Портер должен был владеть инициативой. Наработки видны. Видно, что команда серьезна. Сейчас уже подготовлена к этому сезону. Но вот так вот, чтобы точно сказать, что да, в этом году все свершится, ну, наверное, пока такой уверенности нет. Ну, будем смотреть, сумеет ли ЦДН что-то пошуметь, погреметь в Кубке ЛФЛ, да, где она будет играть. Ну вот, за что-то бороться, возможно, в чемпионате, за... Ну, за тройку точно. Нет, ну, за тройку точно, ну, я имею в виду за первое, второе, да, то есть там, потому что конкуренция достаточно большая. Ну, посмотрим, все это через игры будем смотреть. Главное, чтобы Осколков был на... тренерской скамейке, да, это тогда совершенно другая команда, с и без. Вот, и еще бы отмечу одну команду, это Успенская, которая вышла в высший дивизион, да, которая потрепит многим нервы. Ну вот, была одержана волевая победа над Альбионом, и мне кажется, вот первый матч, первые минуты было видно, что волнение какое-то. Что Альбион опытнее. Что Альбион, да, опытнее, Дим, ты правильно, но Альбион, вот честно, на мой взгляд, выиграл бы, больше шансов, точнее, было бы, если был бы Гусев. Это крайне большая потеря. Мне очень нравится Гусев как
футболист. Здесь, к сожалению, ничего не поделаешь. Ну, да, и да. Да, это дело уже минувших дней, поэтому Альбиону придется как-то справляться с самим. И на самом деле это грустно. Это грустно даже не только для нас, для Альбиона, а для всей Западной премьер-лиги, потому что, конечно, с уходом такого футболиста могут и у команды Ивана Ершова, ну вот, как называется, сдать нервы. Ушел Виталий Гусев, который, кстати, был в среду на награждении, между прочим, любительской футбольной лиги. Получил медали с Альбиона, да, и лучшего бомбардира. Вот. Он еще был игроком Альбиона, но буквально в четверг перешел в «Экспресс» и там в команде, и в частности Иван Ершов, да. Он не очень доволен, точнее не совсем понял этого решения, потому что там, ну, предложили, ну, там, на какие-то копейки больше, да, и он сразу согласился, вот что непонятно было для Альбиона и, в частности, как я сказал, Ивана Ершова. Но это как бы уже личное дело каждого футболиста. Да, мы лишь говорим о том, что очень жаль, что Гусев ушел, но Успенская, да, все-таки отдадим должное, в первом матче одержала волевую победу, вот, по делу ли? Хороший вопрос. Я, честно говоря, вот как раз хотел его тебе задать. Вот, ну, игра-то была... Равна? Равна. Ну, Альбион-то, кстати, смотрелся поцелостней. Вот, ты знаешь, что я заметил, Дим? Максим, то, что Успенскому нету какого-то костяка. Понимаешь, что Альбион, да, Альбион, да. Альбион не хватает человека, который на бровке, который, может быть, будет с холодной головой где-то замены делать, может быть, где-то регулировать игру. Так, чисто символически. Ну, этот человек еще и вот что сделал Альберто Сколько в ЦД, но должен добавить игровой дисциплины. Да, возможно, даже дисциплины надо добавить Альбиону. Вот. А Успенскому переизбыток вот этого тренерства. Понимаешь, наоборот, постоянные замены, постоянный уход, приход, и команда не играет. То есть, ну ты вышел, через 2 минуты ушел. Ну и связи, все это же должно сыгрываться. Должен быть там какие-то там 5-6 человек, условно, да, которые будут играть постоянно. И потом идут уже в течение матча там какие-то замены. А когда вот, ну, вот так постоянно меняется, да, то это, конечно, очень тяжело. Ты все-таки футболисты хорошие, да, и Альбион почему смотрелся хорошо? Потому что они сыгранные, они играют этим составом, они уже знают, понимают. Просто у них не хватило силенок, это другой вопрос. Где-то. Силенок, да. А что вы имеете в виду под дисциплиной? Вот что Альбион делает не дисциплиной? Ну, например, забили, да, может быть, где-то. Построже. Сесть в оборону, сзади. Где-то, да, где-то, коллеги, где-то добежать. Почти сразу пропустили. Ну, Максим, ну все прекрасно понимают, что такое дисциплина, вот, честно. У меня другой вопрос. Вот этот 1-2 или, как ты говоришь, 2-1. Игра там почти ничья Альбиона и Успенского, это значит, что Успенская, условно, от того же ФКСП получит 10? Можно ли провести такую аналогию? Хороший вопрос. Мы... узнаем это только после игры, естественно, и потому что я не могу сейчас дать тебе вот даже какое-то предположение, потому что я и вы, друзья, вы не знаете, как будет вести себя Вадим Фирсов в плане того, что как он сыграет. По идее, надо закрыться, сидеть, терпеть. Ну и вроде бы все предпосылки к этому есть. К этому есть. Да. Сможет ли Вадим донести до команды, выберет ли он такую тактику на игру, это уже другой вопрос. Ну, Грибанов с Рахманько, когда на передачу приходили к нам, они же сказали, что на тренировках наигрывают разные варианты. Ну, одно дело на тренировках наиграть, тоже. Понимаешь, а другое дело исполнить. Получится ли уже по факту? Получится ли, да. Только после, понимаешь? Ну, вот. По крайней мере, они готовятся к тому и понимают, что они будут против ФКСП, конечно, играть. Да, но вопрос, что... Они побегут. Да, Космос тоже, может быть, хочет, но он не может, понимаете, закрыться. А вот, ну, Космос, я бы сказал, что это такая команда, которая не... Ну, вот в том-то и дело. Она, может быть, и хочет, понимаешь, она понимает. Матч, с кем они играли, тоже получили много. С ФКСП. С ФКСП. Ну, с Титаном тоже, да. Нет, а с Титаном. С Титаном. Ну, счет же стал 2-2. Слава Епифанов говорит, ребят, садимся, сидим в обороне, спокойно играем. И в первой же атаке пропускают. И в первой же атаке пропускают. Понимаешь? Вот в чем дело. Понятно, что класс игроков. Но мы здесь как раз проверим класс игроков Успенского тоже.
А сколько? Ну, космос – это вообще такой отдельный случай, потому что команда выигрывает все турниры, что не носит эгиду ЛФЛ. А вот здесь у нас не получается. Не ну, знаю. Вот так вот, да. Ну вот, видите, есть о чем говорить. А еще у нас ЛЧО, Лев Чернов в Олимпии еще пока не вступила в сезон. Так вроде бы все... Миш, ну борьба за выживание у нас, я так понимаю, что не намечается. Ну, да. Да, не намечается, к сожалению, так что команды могут играть спокойной душой, но все-таки хотелось бы, чтобы по десятке команды не заглатывали, а, да, наверное, все-таки какую-то борьбу, но навязывали, да, чтобы не было подарков очков. То есть даже 14 место не будет таковым? Ну, нет. Нет, ну 14-е вот выделено стыковая. Ну, я думаю, что еще этот вопрос будет решаться. 27 сентября будет сформированы точно все дивизионы, да, пока еще можно добрать где-то, сформировать, и после этого уже будет окончательное решение. Будет стыковые, не будет стыковые. Хотелось бы, чтобы хотя бы одно стыковое место было, да? Чтобы была интрига внизу. Ну, безусловно, хотелось бы. Кеглей нету, поэтому здесь космос один будет податься. Типун тебе на язык, кегли есть. О кеглях мы чуть позже поговорим. Но не в первом дивизионе. Да, я про премьер-лигу, конечно же, говорю. Вот как раз давайте к первому дивизиону и спустимся. Дим, расскажи, пожалуйста, что интересного было, не было у нас в первом дивизионе? Первый дивизион также потихонечку набирает обороты, набирают некоторые команды свои первые очки. Например, Дюпель, да, кто бы мог поверить, но только сейчас, вот в сентябре, смог набрать свое первое очко, даже не три, а всего лишь навсего одно в копилке Красных Дьяволов. Ничья с Новой Москвой, 2-2, и вот, пожалуйста, набор очков начал свое начало. А Балтика и Интероса пока, честно говоря, очень печалят. Совершенно непонятно. Ну, по Балтике вот у нас есть видео с Фениксом 9. Вот, пока вот голы могут посмотреть зрители. Пока Балтика не впечатляет, да? Балтика, к сожалению, не впечатляет. И результатами своими, что самое главное, не радует. Пока с нулем. После трех матчей. Интерос после четырех матчей. Также с нулем очков находится в своей графе. Дим, ну извини, такую поправочку, да, но вот Балтика, как Арсенал, мне кажется, они еще наберутся. А вы вспомните им надо... прошлый сезон, как Балтика начинала? А, Арсенал. Весь вот. Первый круг в зоне вылета, да, были, а потом серия из побед и... Да, да, я говорю, сейчас лето все, сейчас дачи. Возможно. А Балтика это для любителей дачи. Конечно, и Балтики, и пенной Балтики, да, соответственно, это... вот. И мне кажется, Арсенал, Балтика, они свое наберут в любом случае. Да, где-то, может быть, наверное, зимой будет. Будет попроще очки брать, возможно, да. Угу. А вот с Интеросом, честно говоря, нужно связываться. И... Ну, Интерос вообще такая интересная команда, она все время... Раньше была, помните, таким крепким середняком. Сейчас она все ниже и ниже, вылетала, снималась, потом входила опять. Вроде там футболисты неплохие, хорошие. У них состав-то почти тот же остался. Там вот. Маденов ушел, да, ну вот, может, еще пару человек ушло. А состав тот же. Честно говоря, когда Интерос опустили в дивизион 2Б, очень все насторожились и, так сказать, понимали, что Интерос там начнет возить многие команды. Очень хороший соперник, ну, для второго дивизиона. Потом, соответственно, вернули все-таки в первую лигу, да, потому что образовалась вакансия. Ну, я думаю, что не такой результат заслуживает Интерос, чтобы после четырех игр было 0 очков. Я думаю, они еще поборются. Ну, конечно, за выживание, потому что команда это продолжает по игре оставаться крепкой. А как и у многих команд в любительском футболе, очень многое зависит от сбора. Интерос в сборе – это совершенно одна команда, а если не собирается, это другой коллектив, от которого и требует нужно немножко другого. Также первыми очками отметилась Турбина. Ничья с Веером. У нас, вот, если ничья, то обязательно со счетом 2-2. Вот с Веером была зафиксирована именно такая мировая. Ну, кстати, и Арсенал твой также набрал первые очки. Ну вот, смотрите, кегли, да, хороший был старт, кстати, о них, да, 2-0, потом поражение от Феникса 9 было, и сейчас поражение от 0-2 от ЦДН 2. Вот, то есть как-то, да, так... Да, кстати, насчет этого матча у нас есть послематчевое интервью представителей кегли. И непосредственно CDN2, так что можно как раз послушать. И тем более, что мы заденем тем самым
некоторые матчи, которые были сыграны недели раньше. Староверов, один из героев сегодняшнего встречи, игрок команды CDN2. Игорь, ну как готовились к сегодняшнему противостоянию? Знали наверняка много о команде Кегли. Как собирались вскрывать их, так скажем, оборону? Смотрели игры прошлые, высшего дивизиона тоже смотрели. Видели, что команда любит играть на контратаках. Первым номером они практически не играют. Вот, мы решили тоже им отдать, собственно, инициативу поначалу. Вот, и решили попробовать так же, как они на контратаке играть. В первом тайме убежали, один забили, во втором убежали, также забили. Я думаю, все пойдет. Кто с мячом к нам придет, тот от мяча и погибнет. Примерно такой тактикой. Значит, располагали 2-0. Нас немножко нетипично для вас счет, особенно вот, не знаю, принимал ли ты участие в матче против Арсенала, немножко можешь пару слов? Против Арсенала я не играл, к сожалению, не смог подъехать. Разбирали Арсенал, пропустили 6, получили, что говорится, стык, потому что с этой командой мы понимали, что если мы пропустим 2-3, отыграться будет очень тяжело, поэтому мы играли, старались вот сыграть на 0 по максимуму. А второй мяч был забит вообще уже, можно сказать, в дополнительное время, поэтому нервозность на поле сохранялась? Да, до последней минуты нервозность, думали еще когда они пробили 4-5 стандартов подряд. У меня были мысли, что мало ли, может пустим, как раз вот не обязательно гол со стандарта. Когда уже второй забили, стало побольше. А также в конце матча уже, видимо, нервы начали сдавать, друг на друга где-то начали кричать. Да. Насколько это типично, нетипично? Нет, это обычно нетипично для нашей команды. Ну, так получилось, то, что мы завелись. При том, начали сезон 2 победы, это уже 3-я. Хотим в этом сезоне выйти все-таки выше лиги, поэтому... Я думаю, в этот момент мы тоже сейчас раздевалку разберем, проработаем, и такого больше не повторится. Спасибо. Удачи. Это был полузащитник команды CDN2 Игорь Староверов и репортер Дмитрий Ершов. Спасибо. Андрей Гольцов, человек Кегли, руководитель, играющий тренер футбольного клуба Кегли, собственно говоря. Андрей, сегодня был непростой матч. Говорил уже с вашим соперником, они готовились, подстраивались под вас. У вас была какая-то подготовка к этому поединку? Блин, я так понимаю, сейчас команда получает вообще удовольствие от происходящего в первой лиге, потому что нам по силам, нашей команде, не то что в премьер-лиге, где мы реально нажили, играли. Здесь, да, с удовольствием приезжаем, играем, ну, этот матч не получился в плане положительного результата, проиграли 2-0, но я надеюсь, что учтем ошибки и с большим воодушевлением будем проводить следующие игры. А вот есть уже какой-то такой анализ по горячим следам, что не получилось? Ведь моментов-то много создавали, и давление оказывали на ворота соперника прилично, особенно во втором тайме. Ну, не получилось, это сразу понятно по счету забить. 1-2 мяча, поменял бы ход игры, в конце первого тайма один Козлов не забил, пустые ворота. Ну, так еще моменты были. Не забиваешь, проигрываешь, либо играешь ничего, поэтому не забитые мячи, вот и все. Желание было, старание было, где-то, может быть, чересчур, но все равно. Ты сказал, что Кегли играют сейчас для себя, в своего удовольствия, но задачи, наверное, какие-то все-таки есть у команды? Ну, я так понимаю, что эти задачи будут вырисовываться в течение чемпионата. Сейчас надо просто вкатиться, посмотреть на команду, потому что это для нас новый турнир, новые соперники, которых мы... Хорошим там пару-тройку команд знаем, остальные для нас новички, да, потому что столько лет провести в премьер-лиге, и сейчас просто другая немножко атмосфера. Сейчас еще, я думаю, пройдет 2-3 игры, будет понятно, что мы можем претендовать и куда двигаться. Ну, я думаю, только две. То есть задача стоит выйти? Я думаю, что задачи выйти выше нету, потому что хватит. Ну, неужели не скучаете? Честно, я лично не скучаю. Ну, потому что у нас обойма уже достаточно возрастная, да, и как раз все друзья, и не хочется просто портить вот эти выходные дни хорошие, там, какими-то поражениями, разгромами, да. А получать удовольствие от игры, хоть и проиграли, но подвигались, команда нам в силу была, поэтому... А что можешь сказать по поводу предыдущего матча против Феникса? Ведь начали чемпионат с 2 побед, 2-0, 2-0, и вот Феникс 9 оказался не по зубам. Ну, наверное, это получилось как на шатыре для нас, да, как бы, что не так легко будет проходить турнир. 2 игры, 2 поражения, но зато на 0. 2 в защите, 2 в нападении, поэтому отыграли. Ну, посмотрим. Я говорю, игра покажет, развитие событий будет. Подсказывать путь развития нашей команды. Но я думаю, что все будет хорошо. Спасибо. Спасибо. Удачи. Ну вот, кстати, Игорь Староверов и поделился своими впечатлениями от игры с Арсеналом. Я напомню, тот матч закончился каким-то головокружительным счетом 7-6.
Арсенал 6 забил, ЦДН 2-7, смогли вырвать там победу. И что отрадно для коллектива Центрального дома недвижимости, так скажем, второй команды, что идут они без потери очков. И на самом деле в первом дивизионе это не такой редкий случай. То есть вот буквально на этой неделе вышла статья про 2Б дивизион, там всего две команды, да, осталось без потерь. В первом дивизионе аж 4 коллектива, и нужно сказать, что в следующем туре обязательно два лидера, кто-то из них, а может быть и оба, потеряют очки. Речь идет, конечно же, о матче, который состоится 9 сентября в 18:10 на втором поле. Матч между действующими лидерами, между Коммунаром и Аланией. Ах, сказка-то какая! Друзья, мы говорили в начале передачи о потенциальном госте. Вот. Но, к сожалению, по объективным причинам действительно он не смог приехать, да, Максим? Наверное, ты более подробно знаешь. Да, наверное, не будем скрывать, да, что Ливана Джиоева из Алании, коль уж они идут на первом месте, мы хотели пригласить сегодня в студию, вот и на работе задержали, не получилось. Он должен был прилететь даже. Он из Сочи. Прямо вот, из аэропорта на передачу. Да, да, но очень... будет повод у Алании хорошо сыграть и позвать его вновь. Очень ждали, но мы вместо этого, как-то заполнить вот эту нишу, да, подготовили превью к этому матчу, очень мощное. Давайте посмотрим. Мы все этого матча ждем настоящей битвы, и ты знаешь, наверное, не помню, какое у нас будет расписание в субботу, в воскресенье. Воскресенье, но я обязательно буду заглядывать туда, это точно. Кто победит, Алания или Коммунар? Слушай, ну очень сложный вопрос, мне кажется, ничья. Давайте поставим, я поставлю 1-1. Ну я за Аланию буду в этом споре. Ну какой счет? Болеть или ставить? Ну, если он поставит на Аланию, соответственно, он будет за него болеть. Здесь очень хороший вопрос, очень сложный. 1-1, Дим, твои ставки. Ну, я думаю, что голов будет намного больше забитых, и поэтому поставлю на Аланию со счетом, ну, наверное, где-то 5-4. Ого, круто, круто, Максим. И твой прогноз? Я тоже думаю, что будут забиты мячи обеих команд, но я поставлю на Коммунар 4-3. Интересно, интересно. То есть ждете голевой. Максим, ну ты любитель Катеначо, итальянского футбола. Куда ты прешь, объясни мне. Ну, просто я вижу, с каким задором играют обе команды, Коммунар и Алания. Ну, в общем, много они любят забивать. И вот 22 мяча и 17 мячей в 4 играх тому подтверждение. Я думаю, обязательно там тот же Лёва побежит, стримглав, да, те же полузащитники Коммунара.
качественные, обязательно организуют голы. Поэтому я думаю, что здесь Катеначо не будет и в помине. Ну, здорово, здорово. Ждем еще раз этот матч. Воскресенье, 18:10, поле номер 2. Приходите, смотрите, будет здорово. Ну и давайте поговорим еще о оставшихся дивизионах 2А и 2Б. 2А. Начнем с него. Максим, ну, здесь уже слово тебе. Что интересного произошло? Напомню, во-первых, что есть теперь у нас обзоры по 2А и 2Б, их тоже всегда можно почитать. Ну, естественно, мы будем обсуждать их еще и в передаче. Да, интересно разворачиваться события в дивизионе 2А. И здесь, ну, в первую очередь, бы я хотел отметить, что команда МИФ продолжает радовать своими результатами. И вот я говорил, что в последние годы трудновато все шло у МИФа, да, у Андрея Сергеева, но он не отчаивался. И вот в этом году видны плоды его работы. МИФ одерживает 4 победы на старте. Но вот мы говорили о лидерах, да, дивизиона. Но вот во втором дивизионе А таких вот лидера 3. Это помимо МИФа еще Олимп, бывший Динамо, Западный, а также команда Медик, опытный боец. И все они одерживают по 4 победы. Ну, многие называют также фаворитом дивизиона Флагман. Западный Флагман, который 3 встречи выиграл. Это, видимо, от названия. От названия идет. Фаворит, флагман. Ну, вот игрок флагмана, да. Дима. Причисляет себя ребята там амбициозные ребята фаворитам? Очень амбициозные. Вы знаете, у нас, наверное, тот коллектив, который вот мы с Максимом шутили, что с годами у нас средний возраст только падает у команды. То есть у нас ребята молодые сейчас в основном собраны. Где-то есть подпитка, конечно, и опытных, и да, мастеров. Но в целом ребята молодые, а значит, очень амбициозные, горячие, бегут вперед, только победы. И если честно, мы там где-то там, с Дмитрием Башкиным, да, с ветеранами с нашими, такой с опаской смотрим на вот вершину 2А дивизиона, но ребята никакого места не приемлют, кроме как первого. То есть каких-то задач не ставим, но они вырисовываются сами собой. Ну что ж, у нас 2А получается интересным таким же, как 2Б, вот скажите мне. Я думаю, что интереснее. По интриге. Равнее все-таки он будет, да, наверное? Сама группа, да, равнее, и поэтому, наверное, вот борьба, она проходит на всех участках этого дивизиона, а не только в верхушке. Ну, еще вот 5 команд в 2А, которые в графе победы стоит 0. Да, то есть, как скоро, интересно, они изменятся, ну, хотя бы на единичку. Ну, не самые хорошие времена переживают, прямо скажем, СКА, но я думаю, что тоже наберут ближе к сезону, ближе к середине сезона, я думаю, что наберут свои кандидаты. Дим, Тамека ты прекрасно знаешь. Тамека, да, прекрасно знаю руководителя Дениса Кравченко, но тут тоже ситуацию мы вроде бы обрисовывали, что ушли лидеры, которые хотели пробовать свои силы в первом дивизионе. Команда, я напомню, заняла, по-моему, 6-е место. В прошлом году пятое место, да, не попали они в первый дивизион, а многие ребята хотели попробовать там свои силы и, соответственно, отправились повышать свой уровень без команды. А вот Тамека и Денис набирали новых игроков, ну и вот пока как бы тяжеловато дается результат, но дайте время, ребята сыграются, найдут свой стиль. Возможно, мы просто видим, как сейчас Тамека перерождается. Ну, интересно. Будет 2А. То есть Дима верит в то, что скоро еще, как минимум, одна команда, да, она будет портить нервы всем и набирать очки. Я на это надеюсь. Честно, на это надеюсь. И по адреналину тоже могу сказать, что перешли Ривьера в этом сезоне. Решил не участвовать в дивизионе 2Б. Но при этом 3 ведущих игрока перешли в команду «Адреналин». Я думаю, в том числе и капитан бывшей «Ривьеры» Михаил Цедогурский. Вот. Я думаю, что там тоже все подналадится. Сейчас они только сыграют со своими новыми партнерами и тоже будут очки набирать. Ну, «Виктория» в первой лиге в прошлом году играла. И вот тоже, кстати, они первое очко завоевали, сказав, что не спешите нас хоронить. За прошлым туре сыграли в ничью с крепкой «Мистерией».
Максим, ну и переходим к любимому твоему дивизиону. Это дивизион 2Б. Да, вот на нем ты был выходные, смотрел, общался. Поделись, пожалуйста, что удалось выведать. Ну, в дивизионе 2Б тоже произошли интересные события. И вот, как ни странно, я начну с команды, которая сейчас находится на 9-м месте. У тебя же, по-моему, даже есть какой-то материал, видео, да? Конечно, да. Есть предматчевое интервью с Александром Кодиным, который является играющим тренером команды «Импульс», который к нам здесь в студию приходил. И вот перед игрой с командой «Фили». Человек, который все время тренируется. Да, тренируется настолько, что вот его команда забивает за два матча 26 голов, и все с ужасом вспоминают те 262 мяча, которые «Импульс» наколошматил в прошлом сезоне. Вот две крупные победы на старте команды «Импульса». И на 9-м месте находится только из-за того, что всего лишь два матча сыграли в 4 турах. Ну, давайте посмотрим. Потрясывает тебя? Да, я смотрел календарь и видел, что там буквально через 3-4 тура нам с «Импульсом» играть. Ну, потихонечку начинается такая легкая дорожь. Ну, давайте тогда посмотрим интервью Александра Кодина. Дивизион 2Б, команда «Импульс», играющий тренер Александр Кодин согласился дать нам небольшое блиц-интервью. Александр, вот первый тур «Импульс» выигрывает со счетом 10-3 у команды «Феникс Раменки», достаточно крепкая молодая команда, которая вошла в десятку. Вот этот результат вообще, как по игре, так много мячей забили такой приличной команде? По игре результат был, могли еще больше, просто они как бы поперли натиском, думали, ну, на скорости возьмут, на выносливости, и через 10 минут начали сдуваться. То есть, а у нас, ну, все-таки команда более опытная, ну и потом начали все расставлять на свои места. Многие называют команду «Импульс» вообще фаворитом дивизиона 2Б. Какая задача стоит у «Импульса» вот конкретно на этот сезон? Ну, всегда задача по максимуму, а там посмотрим. Конечно же, как можно, ну, каждую встречу победить, а там будет видно, потому что, ну, как бы соперники усиливаются постоянно под нас, или приезжают самым сильным составом, или вообще не приезжают. Вот как-то так получается. В первую лигу, если удастся выйти, пойдете? Конечно, пойдем. По спортивному принципу, да. По спортивному принципу, если выходите, то в первой лиге играть, потому что там уже вас ждут. Ну, конечно, будете, конечно, да, играть? Будем. Естественно, да, будем играть. Сегодня задача, понятно, что победа, да? Да, конечно, да. Что ж, пожелаю удачи в сегодняшней игре и в целом сезоне. Спасибо. Ну и, Максим, ну, себя, как говорится, не представляю, да, мы скажем, один из центральных матчей, это, который был на видео, показывали, это снимался, это была твоя команда, «Атлетик», ну вот, и «Феникс-99». Да, действительно, этот матч был ВКонтакте выбран центральным матчем тура, общим голосованием, ну и это не мудрено, поскольку «Феникс-99» находился на первой строчке перед этим туром, а «Атлетика» на второй. То есть матч лидеров был. Игра, конечно, удалась, очень получилось. И счет 2-1, наверное, отображает такой расклад. Но по большому счету игра была хорошая такая, боевая, с обилием голевых моментов, штанг, вратарских сейвов. Вот есть даже нарезка у нас лучших моментов этого матча. И, наверное, команда «Феникс-99» заслуживала все-таки ничьей по этой игре. Ну, об этом, собственно говоря, и сказал полузащитник «Атлетики» Константин Крылов в своем послематчевом интервью. Так, полузащитник команды «Атлетика» Константин Крылов. Кость, по горячим следам, с победой. Вообще, что по игре скажешь? Какие эмоции, какие впечатления? Ну, на самом деле, очень хорошая игра получилась. Видно, что соперник серьезный. Мы готовились к серьезной игре. И, в принципе, что-то у нас сегодня получалось. Но, наверное, два раза убежали в контратаку и забили. Заслуженно победили или как вообще по исходу, как считаешь? Ну, честно сказать, наверное, ничья была бы, наверное, справедливее результат. Вот. Но мы, наверное, где-то на морально-волевых вырвали. Огромное спасибо всем ребятам. Вот, все бились, все старались, поэтому как-то так. Ну, ты знаешь, да, по турнирному раскладу, что «Атлетика» на втором месте к этому матчу подходила, а «Феникс-99» и вовсе на первом месте. Ты вот четвертую игру за команду проводишь, да, если контрольные поединки не считать. Вообще, по твоим впечатлениям, как команда «Атлетика» и какие задачи можем ставить этим коллективам? Ну, в принципе, да. Я новый человек в команде, вот, но приходил в команду с задачей выходить в первую лигу. И, в принципе,
принципе, все ребята на это настраиваются. Мы хотим играть в первой лиге и там показывать свой уровень. Потому что, ну, вторая, ну, как бы здесь немножко послабее уровень. Хочется идти, ставить задачи более высокие. А, не секрет, что твой брат Павел Крылов, да, является лидером трансконтейнера. Вообще знает он про вторую лигу Б, про команды здесь, про то, что ты здесь играешь? В курсе он ситуации? Знает, конечно, я ему сказал. Он теперь, я думаю, будет лучше следить. Я надеюсь, что мы в кубке где-нибудь попадем на трансконтейнер. Будет особо очень будешь настраиваться? Конечно, конечно. Против брата будешь с особым рвением, да, играть? Ну, естественно. Ну, вы представляете, уровень трансконтейнер и наша вторая лига. Ну, это будет интересно, я думаю. Ну, что ж, спасибо, что согласился дать интервью. Всегда, удачи, пожалуйста, в дальнейшем и с победой. Спасибо. Спасибо. Руководитель, главный тренер и вратарь команды «Феникс 99» Сергей Стеблецов. Сергей, ну вот сейчас у Константина Крылова мы, игрока «Атлетики», брали интервью, и он сказал, что счет не по игре, что скорее на ничью был матч. Ваше мнение? Ну, соглашусь, конечно, однозначно. Не должны мы были как минимум проигрывать, потому что очень много, особенно в конце, моментов было, которые должны были реализовывать. И по центру, когда с углового не забил, не замкнул передачу. Ну, однозначно, это не заслуживали поражения по этой игре. Ну, скажем так, пока мы притираемся, потому что все-таки видно, взаимодействие еще не налажено между ребятами. Команда новая, создана вновь, и поэтому вот есть такие как бы шероховатости. Первых 15 минут мы тоже очень тяжело входили в эту игру, пропустили гол, хорошо быстро отыгрались. Вот это пока сказывается просто несыгранность. Какая задача стоит перед «Фениксом 99» здесь в дивизионе 2Б? И какие команды соперников можете отметить? Вы наверняка же изучали. Бесспорно. Конечно, я всех, в принципе, команды знаю. Да. Однозначно «Атлетика» раз, это главный наш конкурент. Жаль, что мы проиграли, но мы «Портера» тоже в прошлом году также проигрывали. Задача так, первое место, а так, в принципе, команды все. «Импульс» тоже очень достаточно хорошая, сильная команда. «Заречье», «Сетунь», «Ватутино» – это все те команды, которые в том году, «Можайский», с которыми мы очень долго, «Спарта», и плюс еще команда «Барс», которая набирает там ход, и я думаю, что что-то она покажет хорошее, серьезное. Поэтому, в принципе, первых, наверное, 7-8 команд, которые будут бороться за первое место. Не секрет, что вы являетесь также и руководителем и тренером команды «Феникс-9», которая сейчас удачно уже выступает в первом дивизионе. Какая-то связь есть между двумя командами? «Фениксом 9» и «Фениксом 99». Я имею в виду тренировочный процесс, может быть, какие-то игроки перешли. Вообще, как взаимодействие? Да, безусловно, конечно, связь есть в первую очередь, то, что я связующий главный в этой команде, в этих двух командах. И второй момент, конечно, да, мы ряд ребят, которые недостаточно получают игровую практику, отправляем в аренду во вторую команду, чтобы подготовились, чтобы была игровая постоянная практика. А много человек пришло из основной команды? Да, 7 человек. 7 человек? 7 человек. Пока 7 человек. Но я думаю, что еще 3 человека мы до окончания кампании трансферной переведем. Ну, вы вспомнили про «Портер СВ» в том сезоне, да? И учитывая трансферную политику команды, «Атлетики» особого боя ждать, да, во втором круге? Однозначно. Однозначно. Ну, в принципе, это всем как бы ждать. Потому что вы видите, в принципе, по игре достаточно хороший коллектив, молодой. И ребята горят желанием себя проявить, доказать, что они нужны и что им нужен футбол. Поэтому люди едут издалека, поверьте, преодолевая там по 4 часа и потом выкладываются, умирают на этом поле. Это показатель того, что они действительно хотят играть и хотят чего-то добиться серьезно. Поэтому, ну, да, ребята молодцы. Что ж, желаем вам добиться тех целей, которые перед собой поставили. Спасибо. Большое спасибо за интервью. Спасибо. Не расстраивайтесь. Все вперед. Да, интересно получилось, Максим, у тебя интервью. Спасибо нашим героям. Ну, ком бы еще бы хотелось отметить? Ватутина, да, здорово стартовало. Всего лишь одно поражение, да, в 4 матчах. И Можайский, который несколько лет прозябал в первом дивизионе, да, во втором болтался где-то в середине. Но сейчас мучился, да, но сейчас вот такую новую жизнь вдохнули ребята. Видимо, хотят уже как-то на что-то претендовать. И прийти на награждение, соответственно. Да, конечно, эти команды можно отметить. Вот, намечается такое принципиальное противостояние. Не знаю, можно ли назвать дерби. Наверное, можно уже и дерби назвать. Ватутина против Атлетики. Все мы друг другу все время шлем в инстаграмах и в социальных сетях приветы, там подкалываем друг друга. В общем, все с нетерпением ждем этой игры. Конечно, надо отметить и Олимпик. Ну, как не отметишь команду, которая на первом месте находится. 4 игры и 4 уверенных победы. Вот, ну, конечно же, ждем матчей Барса тоже. Как же не сказать о Барсе?
в нашем выпуске. Миш, ну расскажешь, Максим, как вторую передачу подряд ты меня мучаешь с этим вопросом. Ну, дебют получился, если по счету, да, выиграли две игры. Пока вспоминаем взаимопонимание со многими футболистами. Количество народу достаточно много. И, как бы, наверное, все-таки сократится. Будет какой-то костяк, опять же. Вот. Ну, Феникс, Раменки дали нам бой. Вот. Вели, вроде бы, уже так расслабились. Могли в ничью сыграть? Могли, это футбол же, но это было ощущение, что вот надо дожмем. Вот. Но опять же, первая игра, она такая получилась скомканная еще. Вот. Плюс открою небольшой секрет, Максим. В ближайшее время у нас не будет Дмитрия Юрьевича Смирнова. То есть будет руководить Андрей Буров. Посмотрим, что из этого будет. Вот. Изменится ли как-то игра? Да, Дим. Удивленно смотрит. То есть ты считаешь, что мы посыпемся? Нет, я думаю, что как раз ничего не изменится, если честно. Ну, посмотрим. Может быть, вы будете приезжать на игры не за час, а минут за 20. Ну, возможно. Вот, но дисциплина строгая, вот, соответственно, здесь все налажено. К каждому сопернику относимся предельно внимательно, корректно, никаких там шапок закидательских отношений, каких-то взглядов и мыслей нет. Соответственно, это все быстро выбивается. Миш, ну вот Дмитрия Юрьевича не будет в ближайших матчах, а скажи просто, а Дмитрий Алексеевич будет присутствовать? Дмитрий Алексеевич? Я имею в виду звездного новичка Барса. С фамилией на букву Х? Ну, друзья, он уже на двух матчах присутствовал, ну, соответственно, естественно, и он пробежал, наверное, самый большой километраж. В нашей полностью команде. От и до отыграл? Ну, не от и до, конечно, но смотрелся очень здорово. Будет на все матчи ездить? Ну, постарается, конечно, если какие-то там ветераны Спартака, звезды мира, турниров никаких не будет, то да, ну, соответственно, Дмитрий Христов следит, как Валер Лихобаменко за собой. Вот поэтому здесь все хорошо у него. Ну, честно, 2Б, вот смотрим, ну, шикарный дивизион. Честно, интересно будет играть, и будет реальная борьба. А ты, Миш, ждешь матча с Импульсом? Ну, жду. Я жду матча с Атлетико. С Атлетикой больше ждешь, чем? Конечно, конечно. Ну, потому что мы же с Максимом сможем друг другу напоминать в передаче об этом, ну, как минимум, до второго круга. Вы с Максимом будете комментировать этот матч. Коллеги, ну вот поговорили мы практически о всех дивизионах. Единственное, мы не успеем поговорить о третьем. Вот, но перед тем, как мы попрощаемся, вот, скажем о том, что в эти выходные также стартовала для Запада и для Востока Лига чемпионов. Был вынесен матч «Авангард-Титан». «Титан» ездил в гости в Сокольнике. И многие называли фаворитом «Авангард», но «Титан» молодец. Алексей Медведев, чувствуется его уже рука, руководство, сыграло в ничью 1-1. Почему игра была вынесена, да, сыграли раньше? Потому что сборная России уезжает на турниры, два турнира будет, ну вот, поэтому эта игра была вынесена. Вот, ну, ну, перед тем, как мы вас оставим наедине с «Титаном» и «Авангардом», мы скажем такие слова, которые говорят обычно в конце каждой передачи. Спасибо, что были с нами. И играйте в футбол, ждем вас на Сетуне. Сегодня для вас работал Михаил Меркулов, Дмитрий Ершов, Максим Киселев. И до новых встреч. До свидания. До свидания. Давай, блин! Ну!
Вот сейчас.